мы сегодня делаем все для того, чтобы избежать резкого подъема. Вы видите, что сегодня действия правительства были направлены на то, чтобы отсрочить приход и дать время подготовиться, выработать комплекс мер для того, чтобы понять, с чем мы столкнулись. Все будет зависеть, как будет развиваться событие. Либо это пойдет быстрое нарастание, или это же будет такой легкий, протекающий, сглаженный процесс. Президент объявил платные, условно говоря, отпуска, платные целую неделю. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, нам дать возможность подготовиться к самому нехорошему варианту. А во-вторых, чтобы люди посидели дома. Ну, вот смотрите, все трассы забиты. Сочи, Анапа, другие, Крым. Все взяли детей и рванули туда. Вот через неделю мы будем ждать оттуда людей, которые там пообщаются, и, наверное, что-то привезут, какие-то подарки для родного города. Зачем?